на выбор, кроме соли, этот продукт. Что делает этот продукт? Это тоже 20-летняя научная разработка ученых из Южной Кореи. Этот продукт чистит не только сосуд, даже капилляры. Когда-нибудь вы слышали, что капилляры могут чиститься? Вы знаете, да, у нас у многих, даже у взрослых пожилых людей, некоторые капилляры высохли, как шкура змеи, потому что туда не поступает кровь. И они высыхают. И когда они высыхают, то части мышцы тела будет процесс старения, потому что кровь не разносит туда питание. А капилляры-то, это вообще-то кровь, это же транспортное средство. В крови минералы, витамины растаскиваются по всему телу, по всему организму. Если он уже не функционирует, если эти железные дороги закрыты, так называемые капилляры, если где-то даже сосуды не могут принимать кровь, а кровь еще густая, еще грязная, напичканными всякими бактериями, вирусами, паразитами, вы все, больной человек. И вот этот продукт в виде порошка. Есть мерная ложечка внутри. Это как соль тоже, да? Нет. Здесь состав, огромное количество здесь есть природных ингредиентов. Он вот такого цвета, розовый порошок. Его вы когда разбавляете с водой, пьете, у вас на тот момент весь организм начнет кричать. Вы видите эффект моментальный. Вы сразу будете красны, потому что где есть капилляры, везде покраснение пойдет. Кровь начинает вертеться. Нет. И вот тем самым, каждый день применяя, однажды вы будете не краснеть. Почему? Потому что уже все, у вас капилляры все. Разработчик, оказывается, в день 12 грамм принимает. И с ним ничего не происходит. Потому что он уже свой организм полностью почистил. Все капилляры чистенькие, никаких препятствий нету. И все классно. Сейчас мы будем эксперимент делать. Дадим новичкам попить. Сколько новичков? Поднимите руку. Поднимай руку. Так. Кто-то поможет мне, кто-то мне поможет. Пока мы будем видеть, как они превращают помидоры. И вот, представьте себе, сейчас будет, вы не пугайтесь, когда вы сейчас его выпьете, знаете с вами, что произойдет? Вы так покраснеете, как помидорчик, у вас начнет зудить все, чесаться. Это как симптом аллергии, но это не аллергия, это значит по всем капиллярам, которые забыли вообще кровь, когда пробежался там. Начинает кровь бежать, и, естественно, там везде уже все, джабрлак в движении начнется. Представляете? И начинает болеть то место, где у вас больной. Да, потом, где проблема, там начинает знать о себе. Она начинает трогать, где помощь нужна, где надо внимание обращать. Можно другим тоже попробовать.